С середины марта в Краснодарском крае проходит месячник молодого избирателя. Он нужен для повышения правовой грамотности, политической культуры и электоральной активности избирателей, которые вскоре придут на выборы. В рамках этого месячника территориальная избирательная комиссия «Славянская» проводит для молодежи разнообразные тематические мероприятия. Мы побывали на Дне открытых дверей для старшеклассников общеобразовательных школ и студентов профессиональных учебных заведений нашего муниципалитета. Трудно переоценить важность этого мероприятия, которое необходимо, чтобы обогатить правовую культуру молодых людей, дать им знания по участию в избирательном процессе. Территориальную избирательную комиссию «Славянская» посетили ученики 16 и 17 школ, студенты славянских сельскохозяйственного и электротехнологического техникумов. Председатель ТИК «Славянская» Анатолий Чумаков и секретарь комиссии Елена Горностаева рассказали будущим избирателям об основах избирательного законодательства, об избирательной системе, о работе территориальной и участковых избирательных комиссий района. Участие в выборах – это насущная необходимость для тех, кто только вступает во взрослую жизнь. Эта мысль была одной из основных. Именно хотим голосовать и видеть тех людей, которые будут заботиться о вас, о нас, о престарелых гражданах, чтобы именно решали социальные вопросы непосредственно на местах здесь. Поэтому мы будем голосовать, и поэтому мы призываем, чтобы вы шли и отдавали свой голос за достойного кандидата. Поэтому многие говорят, мы не пойдем на участок, за нас там проголосуют. За вас никто не проголосует, проголосует только тот, кто есть. Участникам мероприятия были продемонстрированы стационарные переносные ящики для голосования, информационные материалы, методические брошюры и образцы избирательных документов. Также ребятам показали работу комплекса обработки избирательных бюллетеней или КАИБа, который применяется на избирательных участках. И самое главное, что постарались донести до будущих избирателей то, что участвовать в выборах уважаемо и почетно. Полученные знания помогут ребятам в жизни. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».